Я такая лапушка, я такая цаца. На меня, красавицу, не налюбоваться. Кто сегодня утром сказал себе эти слова? Я знаю, многие сказали. Я знаю. И запустили счастье в свой день. А те, кто не сказал, не успел, забыл. Сейчас скажет: я такая лапушка, я такая цаца, на меня, красавицу, не налюбоваться. Счастье так стучалось утром ко мне в дом, что я проснулась и пустила счастье в свой прекрасный, чудесный день. Но ведь так в жизни не бывает. Я о критике. Всегда критика была, есть и будет. Конечно, браво. Всегда была, всегда найдется кто-то, кто будет критиковать. Была, есть и будет, конечно. Поэтому критика, людей переделывать не надо, людей трогать не надо. Надо научиться реакции на критику. Все? Какое видео, не длинное, но до чего же интересно, сколько в него тем вошло. Вспомнила себя много лет назад, тоже боялась засыпать. Получалось только под телевизор, но каким-то образом вылезла из этого состояния. Это все нервы и состояние. Розана, наша любимая девочка, до чего прекрасно светит нам. А мы отражаем лучики. Любим вас, Розана. И я вас люблю. Спасибо, что написали. Я родилась 7 января. Люблю Розаночку. Купила такой же купальник. Только завязочки поменяла местами. Смотрится шикарно. Прелесть, прелесть, прелесть. Для меня 7 января – это очень счастливая и значимая дата. Рада, что вы тоже 7-го еще и такой купальник, как у меня. Заночка, дорогая, любимая, какой прекрасный формат общения. Спасибо большое, у меня большая радость. Моя ручка срослась. В феврале я ее поломала в ключице. И вот теперь постепенно, потихоньку, я уже поднимаю обе руки почти на одном уровне. С палочкой пока не получается. Могу уже чуть-чуть замок сделать, но не больше 1 минуты. И вот решила поделиться с вами такой радостью. Огромный приветик с Кубани, Татьяна. Умница! Люблю вас и очень уважаю. Обнимаю вас крепко. Сдаваться никогда не буду, а ведь дева значит королева. Браво, браво, браво. Что? Ключице сломалась. Это, казалось бы, ключица, но она настолько большое внимание берет для того, чтобы правильно срослась ключица. Умница, что продолжали потихоньку делать, потихоньку делаете упражнения. И уже даже вот так можете в замок сделать. Браво, наверху. Браво, 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 Татьяна. Конечно, королева. Конечно, дева королева. Браво. Нет, не сдаваться. А кому сдаваться? Самой себе? Браво. Доброе утро, Розана. Да, давно знаю про настрой. Настрой. Говорю. Но как подумаю, что на самом деле не так, что-то бросаю. Чувство, что обман. Не знаю, в ступор вхожу и страх, тревога. Понимаю ваши слова. Хочется очень, чтобы все наладилось. Сбои по здоровью теребят. Но с вами легче, спасибо. Много думаю, все анализирую. Может, мне мешает что-то. Не знаю, хочется стать уверенной, здоровой, сильной, счастливой, радостной, успешной. Розана, благодарю за ваши лекции, ваш голос – это стержень всех благ.
Умница. Умница, красавица. Моя хорошая, для того, чтобы стать, как вы пишете, здоровой, сильной, счастливой, радостной, надо делать. Надо делать. И делать это будешь только ты сам. Никто тебя не сделает здоровой, сильной, счастливой, радостной, успешной. Только сам. Я такая лапушка, я такая цаца. На меня красавицу не налюбоваться. Счастье, радость, чудо, любовь. Счастье, счастье, счастье. Радость, радость, радость. Вот этот набор должен в вашу жизнь входить большими порциями. Понимаете, мы думаем, что быть успешной, сильной, счастливой, радостной, это надо вот эту учебу закончить, вот эти же книжки почитать, вот такую придумываем. Набор слов – это стержень. Начните с самой себя и ласково свое имя. Удачи, моя хорошая. Хочу стать здоровой, сильной, счастливой, радостной, успешной. И буду ей. Вот так надо дописать. И стану. Милая Розана, я тоже очень восприимчива к критике. У меня очень критичный муж. Не только ко мне, ко всем. Я стала говорить, что он прав. И напряжение в отношениях ушло. А после коронавирусной пневмонии остались панические атаки с одышкой. Меня спас ваш метод 28.0. Иногда 5-6 раз повторяю, и метод работает. А еще в критической ситуации повторяю себе, что делать и не... Повторяю себе, что делать, а не как. Самое... А не как такое могло случиться, кто виноват. Реально помогает. Очень благодарна вам, Розаночка. Счастья вам и благополучия за ваш метод и труд. Люблю, уважаю, Гозель. Гозель, браво, браво, браво. Когда случаются эти атаки, не почему, кто, вот он меня обидел, из-за него у меня вот эта жизнь. Что делать? Что делать? Панические атаки – это тоже метод. Это метод поведения. Это стиль поведения, это модель поведения. А когда паническая атака началась? Ну, в тех рамках, в которых ты можешь сам себе помочь. В тех рамках, в которых ты сам себе можешь помочь. Я не говорю те обстоятельства, когда нужна таблетка, нужна медицинская помощь и так далее. Но пока до этого ты еще не добрался, не дошел, вот в этих рамках что ты можешь себе помочь? Правильно, что делать? Не почему и кто виноват, а что я должна сейчас сделать. Как началась паническая атака, а я, может быть, душ пойду хороший возьму. А я, может быть, сейчас упражнения встану делать. А может быть, я что-то вкусное приготовлю. А может быть, я посмотрю, на какой постели я сплю. Может, мне поменять постель? А может быть, я пойду маску буду делать. Что-то буду делать. Браво, Гозель, браво. И, конечно же, в отношениях, вот в семье в отношениях, все нивелирует юмор. Муж начинает вас критиковать, а вы ему говорите, какой ты молодец, ты такой умный, ты так молодец, меня правильно все мне сказал, ты прав, молодец. И на юмор, что-нибудь на юмор, не на обиду, а на юмор. Когда вы будете, Гозель, когда будете его постоянно говорить, ты прав, перестанет критиковать. Ну что, он почему критикует? Потому что вы обижались. Вот такая модель поведения. Не потому что он плохой, нет. Еще раз говорю, вообще не рассматриваем, плохой, хороший. Такая модель поведения. Он критикует, я обиделась, потом вроде помириться надо. Вот эта модель была такая. Модель поломается, он критиковать перестанет. Потому что он всегда будет прав. И нет, невкусно уже вот критиковать, потому что всегда прав. Смотрю и слушаю ваши видео, Розана, и понимаю, что ваши видео несут столько мудрости и знаний,
Надо делать конспект. Решила. Решила так. И взяла из ящика письменного стола новый блокнот, который я когда-то купила, а может пригодится. Назвала его «Жемчужина от Розаны». Сижу, улыбаюсь. А картинка на блокноте с перспективой уходящей в море. В море знаний. Упс, как совпало, жемчужины и море. Благодарю, Розана, за знания. Браво, браво, браво. Вы так поэтично все это увидели. Блокнот вроде купила. Представляете, как все сошлось в пазл. Купила блокнот там какой-то, положила, ну, может пригодится. Достала блокнот. А на блокноте море, которое уходит куда-то, вот туда, вот это море, дымка это уходит в море знаний. А тут еще и назову жемчужины от Розаны. Как все сложился пазл. Браво, браво, браво. Она будет действительно из жемчужин. Это ваша тетрадь. Пишите. Браво. Милая Розана, очень люблю и уважаю вас. Стараюсь мысленно хвалить себя за любую мелочь. Представляете, во время уборки такие мысли полезли, что ты то хорошо, что ты то молодец. И с таким противным голосом и с издевкой. Вот что вылезло. А я ведь давно занимаюсь по вашему методу. Пока не сделала уборку, пока не приняла душ, не отпустила. Действительно, нужно писать, чтобы в голову сел и укоренился позитив. С уважением, Гозель. Второй ваш комментарий. Ну вот, не видела, что это опять вы. Писать, моя хорошая, писать. И себя хвалить. Вслух себе потом это говорить. Взяла потом зеркальце на себя в глазки, смотрю, себя ласково называю и говорю, какая умница. Я так убираюсь хорошо, так хорошо. Во-первых, физически мне нагрузка. Во-вторых, я себя научу. Во время, когда я убираю, я буду песни напевать. Слегка напевать, чтобы мне ни о чем не думать. Я так тщательно убираюсь, я такая чисто плотная. А это порядок. Если у меня порядок в доме, у меня порядок в голове. И вот так себе, вот такую красоту себе наговариваешь. Браво. Браво, Гузель. Розана, благодарю вас. Вы каждому из нас даете много мудрости, которые необходимы нам всем, кто вас смотрит, которые вас слышат и слушают и услышат. Не каждая женщина может написать, что у нее на душе. Я послушаю вас, и мне легче. Благодарю вас. Спасибо, что написали. Спасибо, что написали и сердечки отправили. Я восхищаюсь вами, сколько раз вы меня спасали. Я молитвенно обнимаю вас. Очень уважаю, люблю вас. Благодарю Вселенную за встречу с вами. Спасибо, моя хорошая, спасибо. Не знаю кто, потому что здесь вот я на компьютере смотрю, у меня здесь цифры, буквы. Вы у меня цифры, буквы. Поэтому кто пишет, не знаю. Я могу выйти каждый раз, на каждую выйти, смотреть, объявлять это, но... Вы каждый свой комментарий сами увидите. Могу выйти и посмотреть, что это за ник. Но не хочу на это тратить время, но вы сами знаете, кто что написал. И спасибо вам. Давайте затягивать тоже не буду. Сейчас еще парочку и закончим. Доброе утро, милая. Доброе, мудрое, с прекрасно организованной жизнью, Розана. Сколько нужно и необходимо вы нам преподносите в своих видео. А еще дарите радость творчества. Я уже и шью, и вяжу, и хлеб пеку вместе с вами. И что удивительно, с огромным удовольствием. Большая удача в жизни встретить вас на просторах интернета. Счастья вам, здоровья, удачи, новых идей и любви. Поднимаем руки и наслаждаемся жизнью. С уважением, Ирина, Санкт-Петербург. Ирина. Роскошный комментарий. В комментарии, знаете, вот вы написали «с прекрасно организованной жизнью». Вот у вас прекрасно организованный комментарий. Вот он организованный. Я думаю, у вас жизнь организована.
Или вы стараетесь ее, потому что как-то все... комментарий организован сам по себе. Спасибо, моя хорошая, спасибо. Ну и вот последний. Розаночка, вы моя спасательница, это правда. Если мне бывает плохо морально, я сразу ловлю себя на мысли и сразу работаю над своими мыслями. Слава Богу, что вы у меня есть. Вы меня научили. Вы меня научили все вопросы к себе. Я козерожка. Слушаю и слышу. Я вас уважаю, люблю, благодарю. Тоже вот нет, но, по-моему, это Анечка написала. Не знаю, тут только цифры вижу. Все претензии всегда только к себе. Но, понимаете, когда ты с собой, ты к себе претензии хочешь к кого угодно, а себе претензии как-то... Поэтому, да, все претензии к себе, но вот таких претензий, чтобы это как было к другому, все равно к себе ты хочешь по-другому. И умница, Анечка, все начинается с себя, и все претензии к себе. Если с тобой человек так поступил, спрашивай, а ты что делала в этих отношениях? Что ты позволила, чтобы с тобой так поступили? А ты что? Ты что, никто? Ты что, ноль здесь? Что ты позволяешь вот так с собой? На себя смотри и смотри, как ты оказалась во всем этом. И где место твое? Но всегда делайте претензии, да, только к себе. Но всегда делайте только ласково. Только ласково. Никогда ни за что себя не ругать. Никогда ни за что себя не отчитывать. Себя никогда. Сказать, ты умница. Ну и что так у тебя получилось? В следующий раз повнимательней. Что этим ты делаешь, когда ты себя не ругаешь? Ты с собой договариваешься. Что ты этим делаешь? Ты внутри себя расслабляешь. Ты сам себя не боишься, то есть ты не боишься жизни, потому что ты сам – это жизнь. Есть ты – есть жизнь. Нет тебя – жизнь есть, а тебя нет. Поэтому пока ты есть, ты и есть сама жизнь для тебя. Только ласково сказать, ну и что, что так у тебя получилось? Тебе, если тебе неприятно, знаю, у тебя есть я. А нас уже… Посмотри, как много. Мы с тобой уже вдвоем. Ты и я. У тебя есть я. Тебе есть на что опереться. И то, что тебе неприятно, я тебя понимаю. И я тебя поддерживаю. Но в следующий раз мы все сделаем, чтобы в эту ситуацию не попасть. Или реагировать не будем. Или будем по-другому реагировать. И себя начинаешь смешить, себя начинаешь уговаривать. И вообще, подумаешь... Она на меня так сказала. А вообще она вообще моется? Она вообще сегодня мылась? Ну ладно, она. А я мылась сегодня? Я вот эту масочку делала себе сегодня? В душик я сегодня ходила? И когда ты опять все на себя, тебе и смешно, и не обидно, и начинаешь, ой, правда, надо пойду помоюсь. Что я про нее думаю или про него думаю? Лучше пойду хорошо помоюсь, или что-то почитаю, или что-то запишу какие-то. Кстати, сегодня роскошные две мысли записала. Роскошные. Откуда пришли, чего пришли, куда пришли. Готовилась совсем к другому, готовилась к этому большому видео, которое я делала по астрологии. И вот эти вот, мне нужно было много на компьютере заниматься, отдельно все записывать, все. И я, вот я, две роскошные мудрости, о которых, конечно же, мы с вами будем обязательно говорить. Бесконечно вас уважаю, обнимаю и до следующих видео.